Трэш. Вход на цитадель ледяной короны начинается. Вы находитесь в самом сердце земель плети. Здесь вас не защитит свет. Ничто вас не защитит. Что я тут? Артас, я могу... Меня и как-то сразу. Умрешь, а плеть будет разбита. Я закончу то, что начал у часовни последней надежды. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей, Фордринг. Той силой тьмы, которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу истории. Но тебе уже не суждено им стать. Скоро у меня... Я в Академар еще сбегаю быстро. Назад. Ну-ну, куда ты, блин, развернул? Верни обратно. Ой, тут. Ты в ПМ ответишь? Ну, я не знаю, у меня тут зеленое говно какое-то хотя. Ледяной. Берите, заберите там. Ну, пропало ПМ, там зачат пропустился. Блин, ты можешь обернуться к танку, потому что на тебя напуливать, и не стоять в райде, чтобы он не бил всякощим ударом? Шея. То есть оно на всех танков и на мишку, и на ДК, да? Ну, меткости за меткости. Просто можно как бы на броню одеть, но придется меткость куда-то там ставить. Или какую-то другую шметку где-то ставить. Там, ну, хуй знает, варианты разные. Так она без... Давайте по бафам. Белин бафает... Прота, Виталий Кун, кулаки, анафет, каски, кал, кресты, дайте баф. Ставьте рыбу, если есть у кого-то. Альпич, ты тут идешь в ДЦ, на леди в ДЦ, потом спекаешься в ШП и идешь в ШП. Ты зайдешь? Дайте стол.
Да, я релогу еще не писал. Виталикун, дай каски всем, пожалуйста. Ой, я каски, иду. Кулаки. Кулаки. Иду, иду. Сейчас я подойду к вам. Шкаф сменил фибрилляцию. Включите. Ренат его уже одел до кайта. Мне помогли, правда, его одеть немного. Ну, там крафтовые вещи, камни. Я же не войд, я не могу ходить ДК без камней и с колбой. Да, чё уж говорить, войд такой один. Я так только один раз иду, а потом, ну, типа, выбиваю шмоты, вставляю сразу камни, чарки, всё такое и прочее. Даже вот в этом поясе у меня есть камни, чарки, но мне с камнями помогли. Да, стакайте расколы. Думаю, три вара постакают раскол. Давайте чек на бафе готовности, будем начинать. Аписты в Ирдру, надеюсь, да? Аписты тут? Да. Пожалуйста. Черный лимон. Настя, ты готов? Описал одну минуту, там что-то. Чё, как обычно, первое место. Кулак, обновите хапту. Так, если первое место будет отрыв от второго места 30%, тогда будет ЕП. Ну да. Давайте сразу поделим, кто первое место будет. Все, все готовы. Ни к чему там лесу слять, но потом стены подыгрывают. Так, Гер. Плохо. Поиграем. Поднимись в слайдинку. Он кривит вас. Громче, пожалуйста, не слышите мальчику. Сзади, а, все нормально. Танки разбежались. Поднимись в слайдинку, пожалуйста. Бьем, всем бьем лорда, только в лужах не стоим. Тая, давай гимн на хп. Теперь ты гимн на хп. Сняли все речь. Прайм зашли. Опа, шипом. Таниши.
Давайте все побежали на трэш. Рольте шлем. Давайте подмерим Мигель на леди. Спекнемся в танка тут недалеко. Повиноваться будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Нужны кому кольцо на успех, кроме Тиренда? 1, 2, 3. Я даю. Смотрите, первый на пол идет на Моровинда, все остальные идет на Виталикуна. Виталикун и Моровинд слева, Белин справа, первая, вторая бьет трэш слева, третья, четвертая бьет трэш справа, Альпич бьет трэш справа, чек на баф и готовность. Дайте со скрятинки фулл баф. Сказал Альпич ДЦ на леди. Отлично. А, Альпич ДЦ, тогда Альпич, ты просто, ну, не бей. Все, ты в ДЦ, я запомнил. Первая, вторая направо, да? Вы, пацаны, первая, вторая лево, третья, четвертая справа. Еще раз говорю, первая, вторая хорошо, лево, да. Третья, четвертая справа. То есть вары бьют справа. Не слева, а справа. Все, погнали. Дайте лапу, Параэль. Я скажу, когда бить трэш, бьем пока босса. Трэш. Освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Как-то собаку его убили. Дайте теперь леди. Альтея, Нафета, Хламончику, дайте контроль, слейте капли, там фигапли, всю эту хрень. Бабу. Все посливайте. Бейте леди, я скажу, когда бить трэш. Бейте пока леди. Фулл доты на леди, вообще фулл на леди. Моровинд, иди там моба, я буду тянуть моба, чтобы он в рейде не бегал. Все, иди. На ДК. Погнали бить трэш. Спел проклятие. Справа трэш резче добей. Объем леди, клота, контроль, фибрилляцию и апису дайте контроль. Там или бейте леди. Стопнули по леди, стопнули по леди. Смотрим, там сейчас будет трэш, стопнули по леди. Стоп по леди. Клоты только останутся. Все, трэш, погнали бить трэш.
атаки в леди, первый напул на Моровинда, все остальные на Виталикуна. Слейте капли, с восклятием Кокюзара или Сенду дайте в контроль. Повышил трэш, бейте трэш слева от леди. Ну, если смотреть по плечо, тогда справа. Трэш там застрял. Смотрите его. Духи смотрим, духи выше. Обратно духи. Все, давайте леди на другую сторону уже, приверженца только добейте. Дети, бейте леди. Бьют леди все. А на фет, что ты агро срываешь? Случайно не в праведном неистовстве? Контроля, может быть, включилась. Надо следить за этим. Трэш бейте, трэш вышел. Дайте вы по нему салим. Можешь не бегать от леди Анафет, пожалуйста. Тигара, притворись мертвым. Пусть она латника не убьет. Зачем вы бегаете, только ДПС не, ну, стопаете, духи смотрят. Дайте контроль. Тебе эти трэш. Ни в чем, бей леди, просто бей леди, ты латик, она тебя не убьет, бей леди, не бегай. Ты не в силах противиться моей. Дайте контроль. Вы осознали, бей. Дайте трэш. А тебя со слядинка может побегать. Добивайте лень. Надо резните троих. Господина, ваша смерть неизбежна. Все, погнали дальше. Халк, дай крест. Носок, если хочешь подамажить, иди заходи на этого. Типа, робу. Благодарю духов, что они послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Ну что там в рейде, нужен талик героический кому-то? Да, на хантами, на. Отлично. Тогда я волю пароль. Окей. Ну, держим сейчас. Уже демони автоатакой бить, да? Ну. Прочитать это
просто 40к на 40к. Давайте погнали. Зачем крупненько хостолинг? Поставьте сейчас на корабле шкаф, сумнем на солнце. Видеть вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать альянс, пока вы не будете готовы. Нахераем уже корабли. Обычай с рогой можно раздамажиться, есть конт, два роги, можно обмен триксами, истерию выпросить и тыкните на сумон. На сумон тыкните, что вы делаете? Настя, тыкни на сумон. Зашел чисто 40 побить, что ли? Да. Кто хочет, кроме танков и хилов? Сейчас я залезу. Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Поклон, ты умеешь кидать триксы без агро? С отменой. Давай ролить свои касты. Ну его нахуй. Вы видите? Никогда триксы не получаем. Что это там вдалеке? Давай, кидай. Это же присте. И что, блядь, 19 хочу дать. Давай, кидай ролл. Я выше, я... Кристалл, ну, ты понимаешь, кристалл можно дать ДПС только в том случае, если... Попробуй только не переролли. Никто не бьет. Красава. Ну, 1-101, я выиграл. Ну, 101. Все, носок, чем мне покидаешь, да? По красоте. Не, Англиф, ты и так 100к дашь. Сиди без триксов. Я никогда не даю, только танку даю. Почему на пушке нет истерии? Мармин, дай истерию на какую-то пушку. А вдруг 19 там? Сейчас я. А я уже поводик не дали. Это знаете, что надо? Надо одну зелье дикой магии и одну на хосту. Че у нас два протопала? Давай, танк пошел, танк пошел. Огонь! Бой, ты даже духи не купил. А духи есть? Сука. Че, есть у кого-то вот это на хосту и зелье дикой магии? Огонь! Дайте воиду манки. Кал, у тебя есть такая кнопка? Давай, ну то фали сейчас, потому что мы вдвоем сейчас станешь. Я тебе давай один древнейший сорнит дам. Давай. Ой, взрыв, осторожно. Теперь летай. Войт, скажи, я сколько у тебя хосты и сколько у тебя крита в процент? Хосты, сейчас скажу. На сурке дашь? Да, да. Нет, да. Скажи, сколько у тебя хосты? Хосты 1404. Крита. Вы слышали, короче, забейте. Чё? Нормально, чё? Ну, на 100 больше, ничего страшного. Давайте пушки бейте. Что вы долго бьете? А, там пушки фиксанули, там единица не 1500, бьет, а 900. Как это мало? Теперь без двух этих не перевести. У меня 4111 СПД, это вообще охуенно. Нет? Ты разряжайтесь. Почти. Но это еще без манки не СПД. Прилетайте назад. Погода, бейте, что говорю, прилетайте назад. Не убивайте пушки корабль, дайте им вернуться. Вернуться. Все, давайте, добивайте. Да у кого-то убило, охламончика. Убило, охламончик. Поднимайся, тебе резко.
То, что все поулетали, боялись, что пушки разобьют. Валера стоял один, добил. А ты что так, ломанчик с корабля? Не лутайте сундук. Да, лутай. .270 СПД вообще нормально, да? Но под бафом демона. Чё на фронте? Чё тебе ДС давать? И сколько голды? А эти духи стакаются с флаской, да? Да. У кого есть нап? Духи. Первый трэш заливается под герой, второй трэш пробуем все вливаться. Третий трэш я дам войско и думаю, мы уже убьем Альпиш с какой-то СВДД и какой-то и Апис или там Гутербал тоже с какой-то СВДД. Шкаф оставьте, с меня Махламыч. Где шкаф? Я спикаюсь в ДД. Там калка, черный лимон, Апис, останьте его. Хорошо. Кого тут нет? Ахламончик, дайте шкаф. Саня, дай шкаф. Меняйте Ахламончик. Ахламончик, ты тут? Меняйте на сумму. Можешь тпшнуться, залететь ссылка и тпшнуться. Тыкните на сумму. Ну что вы делаете? 25 человек не может нажать на сумму. У тебя призыв, значит, ждите ответа. Залетай в ЦЛК, ТП-шься. Вот тебе отсюда. Чё? Чё, не услышал, что ли? Говорю, себе отсюда. Куда? На. Нормально. Тут стоят только те, кто 20к могут дать. Те, кто с пола умирает, потому что там 40. Да он меня не убивает никогда. Да просто не двигаться. А что с Ахламончиком вообще происходит? Ахлам... Всё, он тпшнулся, дайте ему баф. Виталик, он в ретрика, да? Да-да-да, я знаю, знаю. А, Виталик, он в ретрик. Да-да, я знаю, сейчас. А кто танк второй? Билин. Билин. Ну че, плащ, кольцо осталось. Везет ли Капару на волю? А ты мне уступишь? Ставки, ставки. Че, я выше тебя по ПР? На, у тебя 18 у меня. Ооо, ничего себе. Ничего себе. Я прикольный пацан. И Капру можно уступить, он дамажит как топ. У него льду не ходит. А, тогда ну ладно. Я бы не позволил чернокнижникам забрать. Зачем вам тут крест, если бой длится 2 минуты 10 секунд? Тут никто по мане не сядет за это время. Я не знаю, нужно просто нон-стоп хилить волной, и ты не сядешь по мане за шамана. О, кулака нет на шаманах, слышите? Слышите, кулака на шаманах нет, кто кулаки дает. Давайте мне Джерри, он экспресс гайд, как за шипы дать 20к, давай. Я не знаю, я... Долгий бой, не бить трэш. Чтобы никто не бил трэш, тогда можно за ШП-23 дать. Трэш будет бегать по рейду и апать тебе ДПС от этой руки. Не знаю, как можно атаковать на сурке дамаг, у меня что-то не получается. Давайте, бой начинается. Тигер. Це бог кому-нибудь дам. Это заклинание еще не готово.
смотрим трэш. Давайте по трэшу. Следующий трэш будет под вурдалаком. Ну какой РДПС, не? Ну пидор ведь. Пиздец. Это был РДПС 370, пока Войт не сдох. Это блин, давай... Давай Моровинт этот... Вурдалак. Трэш только залей. И так короче, смотрите, если бы Войт не упал, Моровинт мог бы дать 20, никчем мог бы дать 23, Суслятинка там тоже что-то мог дать нормально, ну вы, короче, гоните, как всегда. 19к, блядь, без КПРПБ. Типа корите. Пацаны, это просто жесть. Я отвечаю, РДПС был 379 после Геры. 379 после Геры. На Гере, я думаю, там был 400, я просто не смотрел. Это Синдру в одну взлетку можно стипендию посадить. Мы собирали, по-моему, последний раз в прошлом году. Сколько там? 373 было, что ли? Ну, примерно такой ДПС. Синдра в одну взлетку. Посмотрите, я выше Керанда. Я выше Керанда по той херне. Примерно выше. Это кому-то это? Дашкин. Ну и Шруби что-то мало дают. В смысле мало? Ну для такого... Кто бы 18-100 давал в психовском рейде? Да, что-то мало. Ладно. А чё, истерия была ни в чём, да? Федя там, Вань. Там, если бы не упал Войт, он мог бы дать 23 где-то. Просто Войт упал, и РДПС 355, с 370 упал до 355. И кстати, если бы Войт не упал, убили бы за два трэша. Кто не в курсе. Там третий щит появился, убили. Там третий появился на 3 миллионах, то можно было бы свободно вару кричать на фир и добивать босса. Ну, то есть там типа за туп танк. Это было 300, ну блин, после Геры было 379, сейчас РДПС на убийстве 355. Войт упал, думаю, бы... Думаю, 370 бы был. А мне еще по рекаунту... Вот, смотрите, чистый рекаунт, ничего еще не скидывал, 10 человек. Получается, весь прикол в чем? В том, что я на первый трэш 3 пальца дал, и пыткой даже трэш не бил. А на второй трэш я тоже 3 пальца дал, и пыткой моба какого-то выделил. И потом сурка выделил, начал бить, и потом этот моб меня, блядь, подошел и пизданул. Вот как так вообще? Есть у кого скана? Можно сейчас скана. Я открыл щит, это много, да. А, Линк, конечно. Надеюсь, да. Трэш Линк, а не ТПС. Ну, брейд. Глиф, можешь в пати линкануть. Ну, 140к считай. Ебать, часов нет.
Это озвучите, какие символы в ретрике должны стоять. Стандарт. Освещение. Кстати, на сок ты тут, я походил с Волей, короче, и заметил, что этот яд быстродействующий прокает в два раза меньше, чем с колбом прокал. Я думаю обратно перебиться на колбу, потому что лучше яд будет наносить 500 тысяч вместо 250. Эта Воля меня не прет вообще. Что ты воет, короче, освещение, отмщение? Освещение, потом какое-то на... Отомщение. Правосудие. Не отомщение, а освещение, ну лучше, короче. И... печать отомщения вроде. Печать. Мастерство, да. Да, 10 мастерства печати. Да. Что у меня пиздец, какой-то дамаг. Вот интересно, сколько бы я фуловым хантом бы дал? С двадцатку по-любому. Да, двадцатку дал. Минимум. Я что-то когда умирал, у меня 19 вроде было. Не знаю. А в трэш сколько бы дал КП? Ноль. Кстати, кто не знал, охотникам профитно бить трэш. Кто-то скажет, почему дам 200 ЕП. Фрук, наверное, какой-то. Ну, каким давайте. Классом? О, смотрите, охламончик заработал 200 ЕП. Пол этого, моба остается меньше 20, убийственный фигачит, фигачит и апает вам ДПС. Ну там ХП у него мало остается. Типа прок вешается на ханта, да? У нас, кстати, рейд собрался 370 РДПС, как было раньше в адептов. Во. Хорош, да? Там еще Виталик печать повиновения бил. Так я когда рейд увидел, сразу сказал, что это РДПС пати. Кстати, да, если был бы Саня не в обиду конфлагрейд, то там бы было, думаю, 400 точно. 400 нет. Сколько ты дал? Был 420 ДПС. Сколько ты дал, Сань? Да мало, 14 там же. А, 4, ну 5к можно докинуть, воид упал, 380, думаю, было бы крыто. В следующий раз я сейчас сделаю скрин. Пойдем этим же составом и посмотрим. А я зайду не на ДК, а на какого-то нормального ДД, то думаю, это вообще будет прикольно. А я на фурика. Или магом, или хантом. Блин, а сколько я дал ДПС под этим ДК? Ну типа. Так. 12200. А, 12200, хорошо. Добавляем 8к, войд упал 5к, это сколько будет? 13 и 370 плюс 13. И Саня зайдет на ретрика, возьмем демона. Да 400 будет крытый. Можно, да, собрать 400, если все будут онлайн. А что ты говоришь, ой, тупал 5к, блядь, я 17 дал бы минимум. Я, ну, типа, плюсовал потерю, понимаешь? Типа, потерю РДПС, потому что ты упал, и РДПС упал сразу на 10. Давайте я иду налево, кто-то идет направо и сразу огрем. Тех. И уже идем сразу на босса на. Вы уже сагрили всю ловушку, да? Сразу чек, Альпич, ты тут в ДЦ, и на следующем боссе в ДЦ, и на профи в ДЦ.
и на... Короче, идешь по два квартала от ЦЕ. Милан. Что там по рейнджу? В смысле 315? Сейчас в конце на сурке было 355. Рейнджа, все шипы, Клота, Альтея, Void, это 3. Протопал 4, фибрилляция 5, охламончик Тирент 6-7 и Тигара 8. 8 человек. Тигара, ты тут, Капар? Да-да-да. Тёр, скажи это, что... Я иду на рейндж или нет? Нет. Назвал рейнджевику. Еще раз, 3 ШП, 2 совы, это 5, протопал 6, хант 7, фибрилляция 8. 8 человек на рейндже, не надо тут 9. Тут идет 30% от рейда, это 8 человек. Все готовы, выпили банки, погнали, начинай. На пул на Моровинд. Яра, давайте. Большого. Я только глыбу. Подачи рыгающих, особенно фибрилляцию. Алхамончик, Вальхилл, Альтея, троих. Забирай. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Следующего большого, который будет в мини-зоне, Моровинд заберешь на себя. Белин, кап, если не подбегаешь ни в коем случае. Что, забирай протопал на ДК на себя. Белин, уходи, уходи с тем слизняком куда-то подальше. Убили, отлично. Танцы со слизнюками. Пропел такой, да? Помните, шип. Да. Шип для пронзания трупа. Если не надо, то его распилит баш. Если тебе кто-то пишет про шип баш, отдавай за ГП, потому что это топ шмот. Рольте это. Кому баш тогда на травму надо кому-то? Ну как хотите. Кровь надо кому-то в рейде.
Будете сбегаться. Что мы в 5 хилов-то идем? Может я спекну здесь, да? Спекайся. На профи спекнешься в хила. Короче, череп и квадрат. Фибрилляция. А, фибрилляция же. Не, полумесяц и квадрат, сбегаетесь. Кстати, фламба тушею, блин. Анафет готов? Кулак обновите, пожалуйста. Виталий Кун, кулак обнови по ДК. Анафет готов? Все готовы? Все подтвердили готовность? Погнали. Пума Моровинда. Кто словит пельмень ГП? Вовремя сказал. Или зоны, другие по точке. Разбежались. Милики, разбежались. Да? Милизона. Прохиливаете у него спецобилы. Зона. Фудашкин, скинь кошу. Рыбав. Да, когда уже. Или зона. Тухлопус, ты всегда был моим любимчиком, как и Гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Только руки. Ага. Только штаны. Ты кисть ты мне отдать не хочешь? Ты надо кисть? Нет. Почему кулака нету на хантах? Не было. Потому что его не бафнули. Кто дает? Я не бафнул уже, на всех было. Нету кулака, вот сейчас есть. Надо не помер.
хорошие медведи поперли. Спытность, пожалуйста, вас этого типа ДЦ. А, там Гутербол. Так я так был в ДЦ. Ну да, да, оставайся тут в ДЦ. Давайте чек, будем стопать. Моровин после луж под зеленую подведешь. Милики будут стоять в квадрате, РДД будут стоять звездочки. Подожди, у нас тут РДПС до хрена, может, нахотаем, да бурстанем? Да, лучше, мне кажется. Да, это для пидоров. Да, там просто, понимаешь, в чем прикол? Это задержка. Хотанье. Куб. Понимаешь, типа, быстрее убить слизня, чем нахотать куб. Как-то так. Так что давайте пуляйте. Все готовы, пей. Бей. Как звездочки. Веди под зеленую. Ну стопайте уже по профу, не бейте. Побьем зеленую. Приводите профа. Зеленым дебафом стали у квадрата. Давайте по дебафам бейте. Сбежали с квадрат. Смена красный. Что-то я ничего не чувствую. Побьем проф. О, это еще откуда? Мини-центр. Сейчас милики, пельмени центр, милики бьют только профа, РДД красного. Пельмени центр, смотрим, оставляй тут колбы и уводи их под зеленую. РДД бьют только профа, а милики красного, ой, а милики зеленого бьют. Вдруг когда РДДшником переключиться. Все, бьем милики. Мини центр. Зеленого все. Все сбежались. Дайте, пожалуйста, им РДЦ. Бьем профа. Пельмени центр. Все бьют профа. Супер, давайте под стол.
в квадрат. С зеленым дебафом. Дебафом бьем. Деру когда? Ну когда, пока бейте по дебафу. То есть в череп. Давайте Геру. Не цен. Четырех стаков заберешь. Я уже забыл. Колбы отводи. Пельмени центр. 4 стака, все хорошо. Новости, народ. Похоже, у меня ничего. Колба, роль. Войт, роль, роль. На кого нашипаешь, что ли? Хули. Просто так же. Ну, самому бы меткости не хватало. На ГС чисто. Сейчас от него защитник ролики. Все, last token. ГП может меньше. Уже одно. Дима, ты вину на пару минут чай налью. Поменяю. Лол. Лучше пусть Хант или Рога возьмет и даст на пол через него. Веером по спаме хрен-то сорвет. А, я про колбу, Дашки. Смотрим. Давайте покорящий там патруль. Хоть звездочка, Клота, Ромбик, Виталикун, Кружочек, идите контрольте покаяние эту хрень.
Ну зачем? Вы видите-то, что на талантах дебаф на стакан, это пиздец. Прикольно. Вам же и давайте. Блин, давай гнев небес, Ануфет, гнев небес после Белин. У меня КД, я с пула дал. Сейчас я дам. Если вы не умеете напуливать, не надо такое делать. Грешните, Дашкина, вот. Санду еще резните, троих резните. Минус три. Бейте этих троих мобов. Шея боишься. Кидай мне на тебя. Твой висит, вроде спал. Ануфет, ты тут? Ставите баф каску, где полок. О, его нет. Билин, бафни, пожалуйста, пока всем каски вместо брод. Давайте чек, но тут надо разбегаться, потому что выхрь игнорирует всю вашу броню. Ну короче, кто сдохнет, 300 гп. Жестко. Тигара, Альтея и Войт на сферах. Отвечаю, накину гп, кто сдохнет. Если вы не будете держать раньше. Это, ну, касается всех миликов и РДД. Погнали. На пулы на Моровин дадите. Наши силы едины! Восстаньте, братья! Можете не надеетесь на ДЦ, он ваншотит даже за ДЦ. Проверено. В предыдущем рейде. Наксанар был досадным недоразумением. Сила сферы позволит Валанару свершить отмщение. Разбежались. И прольется кровь. Чем выход? И прольется. Моя чаша полна. Можете бить. Долдорама, бейте. Сладитесь,
Беги, Кал, пора иду. Турбол, беги, пора иду. Альпич, беги по рейлю. Смотрим смену цели. Чично бьем Валанару. Ой, этого, Кирисет. Чично. Тут выхорь образовался. Фаломара, бейте. Бля, походу еще сдох. Не. Нафиг. Умер. Че не прохилил себя вспышкой свет? Плащ. Сука. Ролики десятых искусить. Дерьмо одно упал. Сейчас погодите, да, я напулю этих двух или трех мобов. Давайте пока бафы. Какой тебе? Все, кроме Криста, бафы. От тебя будет, ему ничего не надо. Вот так, значит, да? О, господи. Тут бояшка, возьми ее. Почему вы такие, сука? Thank you.
Погоди, а чё арпички тут в шипа? Дайте еще каску инту. Сейчас я экспекну. И каску. Готов? Ну чё, все готовы? Начинайте танк. Только танк. Это было неразумное решение. Какая жалость. Это чё? Вы чё? Танки. Я только попробую на вкус. Пирен, трезай суслядинку, апи срез. Апи, срезай суслятинку. Я встаю за хильки. Так не суслятинка умер. Ты в чем он понял? Я резнул, все. Факт. Апис, беги. Че, у вас льда было или че? А нет, ты че гонишь? Бежались. Беги. Потратьте БР, там забагался походу фрейм. Нет? Еще и цель. Нужно будет дать антифир. Я дашь антифир на... Сейчас скажу, на кого. Тигар. Альтей. Начинаем представление. Сколько там до передачи укуса? Бафните вара, каску, кулак, лап, пристабаф. 47 у них. Тогда Гера, давайте. Сбежались. Беру дай? Да, давай. Он беги. Все зависли. О, развисли. Мили, кто-то, Дашкин, не блядь. Зависни. Хочешь развислись. Пара, беги. Да я череду прожал как раз. А, я понял, смотри.
Обнажите клинки, сара. Завиватели, рульте. Будут стоять за королевы льда. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. Погнали наши. Мы пробьемся через зал. Да, бейте звездочку, всех звездочку. Кстати, кинь на ману или инер по шаману. Звездочку, бейте, все бейте звездочку. Потом снова звездочку. Ну, заберите руководство. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Серебряного Авангарда. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плети. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Благословит вас свет. Не дайте.
Финкенштейну. Что я на... Альпич и... Альпис и Альпич на рейде, Гутербол, Калк, Черный Лимон и Фибрилляция, Хили отвалю. Если есть у кого-то хилы, тоже спекайтесь. Будете летать за звездочкой в портал. Апис или не, только Альпич на рейде, Апис тоже заходил в портал, это летает. Лимон, на Локи нету голды, последняя на фласке потратить. Сказали, что ты сильно буйный, блять. Как так? Не, серьезно. У меня, короче, там, ну, последние листы дела, там, ну, всякая хуйня, там, залетаю ментовку туда-сюда. А у нас, короче, этот. Что ты хочешь, Анафет? Да не надо мне это, Джерри, ну дай. А у нас, блядь, по осени, короче, там вообще пиздец попасть. У нас 10 человек на место где-то, наверное, с нашего военкомата. Ну, по весне, может, еще более реальней. Ты приходишь осенью, там, открывают, так, есть залеты ментовку, есть, пиздуй на весну. И ходишь так к ним потом, блядь. Так, давайте, хилы летают за звездочкой. Те, кто мог спекнуться, спекнулись в хилу. Все. Альпич только на рейде, все остальные хилят вами, давайте чек. Все, все готовы, погнали. Подавление, бейте. Что в подавление играем? Приоритет подавления. Фламончик, не, фламба, фламба, лес, я ни к чём. И фулба. Давайте прямо здесь вот где портал глубоко. Поставь там третью, кто это, господин. Давление приоритет. Сзади. Уже 75%. Сами смотрите там, когда герба. Какие-то геи в порталах летают, мне кажется. Нормально, там просто люди. Ну что, 8 хилов в портале, что ли, или что? Что? Ну, по идее, да, 8. Подавление приоритет. Геру. Давай дохилим. Кольцо, кольцо, кольцо. Ни того, ни другого кольца. Стоял. А,
На синдре мне в хиле или чё? На роль пояс. Чё? На синдре в холике или шп? Да, может быть. Холика, да? Угу. Ты иду чай налить. У нас же и так 5 хилов, зачем нам еще? Заебись будет, вдруг вы все заблюете. Ну или если совсем по-сумасшедшему, можно 3 хила оставить и там в одну взлетку перевести. В принципе, это реально. А, я тоже отойду там чай налить. Давай. Как вообще нахилилась? А да, я сейчас отдам тебе баш. Что-то я спросил, сколько Валька хилилась по времени? Или что? Убью. Спекайтесь, фибрилляция, спекнись, пожалуйста, в хило. Вся пятая пати хилы, фибрилляция в хиле, это 6 хилов дракона.
Это Джейвен, комп. Крест не трогать, будем сразу пулять. Что? Просит, комп перезагрузку просит. Если я. Ну, если не успеет у меня загрузиться, там без меня бейте. Сейчас я перезагружу комп. Это фулбаг тогда.